Я вообще-то хотела пойти учиться на актрису, но у меня ничего не получилось. Война началась. Все как-то пошло комом. Потом я вышла замуж, ребенок, муж у меня умер. Я работала на конфетной фабрике. Некоторые ушли на фронт. Остались одни старушки. Нас перевели в цех. Из цеха нас посылали разгружать уголь. И вот на Кушелевку привезут пульман, или как он, американский вагон назывался. Ну, в общем, нас девчонок снимают с цеха, вручают нам лопаты и идут. Мы работали верно тогда много очень. Другой раз уйдешь в 8 часов утра и до 12 ночи. Рыли окопы, пилили дрова, торф грузили. Я вертелась на одной ноге. Для меня война это ничего. У меня были чудные волосы. Я крашу, между прочим, волосы очень давно. У меня знакомая работала, там цех у нас был. Витамины делали все, и вот этот перегидроль был. Она говорит, Марина, хочешь голову помыть? Я пришла, взяла, думала, и белая стала. Через час я так плакала, что у меня такие чудные были локоны. Она был главный инженер. Вот идет на встречу, остановится, смотрит. У меня ужасно чудные волосы. Сейчас они уже, конечно, секретные. Ну и вот. Мы ходили на посты дежурить. И вот как-то меня послали к ящичному цеху. Ну, я взяла ящик, значит, поставила. А одета я была, на мне были валенки, сверх валенок стеганые бурки, значит, фуфайка, сверх фуфайки пальто. Потому что очень были холодная зима была. И вы знаете, приходилось брать с собой одеяло. И закутаешься в это одеяло. Сидишь на этом ящике, и вдруг только усядешься, все спокойно кругом, тихо. Вдруг бегут несколько крыс. Я как заору. Конечно, с фабрики я ушла зря. Я бы сейчас, может быть, была мастером или начальником цеха, которые девушки со мной там работали. Некоторые работают в райисполкоме, некоторые уже закончили институты. Вы
знаете, я первое время просто стеснялась официанткой работать. А сейчас почему-то я... Любая работа, ведь это не позор, правда, я же работаю, я же не ворую. Работаю я честно. Понимаете, вот подходишь к посетителю, как я могу его обсчитать? Я такой пакости никогда не сделаю. Ну, между прочим, у меня таких конфликтов с посетителями не бывает. В основном можно расстроиться от чего? От посетителя. Вот подойдешь к нему, он на один столик сядет, потом прыгнет к тебе. Ты подходишь к нему, спрашиваешь, он уже, понимаете, вот так разжит весь. Ну, стараешься как-то его успокоить, побыстрее принести ему, повкуснее сделать, покрасивее, знаете, попросишь там повара. Все. Ну, как стараешься угодить, а потом он уже покушает, у него уже все проходит, и он доволен, и, в общем, и ты довольна. Наши все родственники, мы сегодня собрались на нашу беседу и свадьбу в честь Ивана и Веры и поздравим их браком и пожелаем им всего хорошего в жизни, в дальнейшем любви и счастья, чтобы они жили и радовались, за родителей благодарили. И я, товарищи, приглашаю поднять тост за счастье Ивана и Веры. Thank you.
Горько. Насчет отпуска все стремятся как-то на юг. А я езжу в деревню. Там чистый воздух, леса, тишина, много ягод. Там очень хорошо, змей там нет. Там идешь, такие стоят тройные березы красивые, елочки. Я как-то раз взяла одну старушку с нашей лестницы. Она никогда не была в деревне, ей так понравилось. Ведь у меня тоже есть дочка. Из-за любви ко мне муж ее назвал тоже Марина. Но она иногда бывает грубой. У современной молодежи любовь где-то скрытая. Ну, а в общем-то, она у меня хорошая. Она иногда мне помогает. И пол помоет, посуду, в магазин сходит. А вообще-то я хочу, чтобы она училась, закончила институт, выучилась на инженера. Я ей говорю: будешь инженером, ведь инженер-то, даже звание инженера в жизни чего-то значит, верно ведь? Thank you.
то еще был у меня в жизни случай. Ну, в общем, поставили нас вагоны дровами грузить. Ну и вот, и один раз, значит, подали вагон, мы пошли грузить дрова. Тут кто-то говорит, что немцы идут. Мы так перепугались. Вы знаете, в белых халатах, на аэросанях, столько много, и к нам. Я, конечно, забралась под вагон, а некоторые вагоны закрылись. Ну, это мы там сидели некоторое время. Вдруг говорят, что это неправда, отбой, это наши. И когда мы вылезли, мы плакали, радовались, все. Обнимались. Знаете, я, когда иду работать, я стараюсь себя не расстраивать. Потому что если сразу расстроишь себя, то уже выходишь из строя совершенно. Целый день не сможешь работать. А я иногда хожу и песни пою себе под нос, знаете, чтобы не расстраиваться.